давление плюс. Идет зорница. У каждого своя информация. Я вот вообще не понимаю. Уже час мы слушаем о том, как кого-то ебашат с метеовышки. Потому что не можете точно на верху. Или станки. У нас двоечка. Не разумею, что это вы. Двоечка заклинила. Вот, блядь, и он полетел туда. Да где-то рядом, сука, блядь. Это вот посадка, нахуй. Вот это с этой посадки вот ебашит. Вот. Вот, с этой посадки ебашит. Что, помогать? Бля, я начало не достану посадки. Это надо, блядь, лица горки сказать, нехай. Они, блядь, не с посадки бачат. Рядом. Что рядом? Вот это выстрел. Та нет, это только что оттуда, блядь, с горки выстрел, пришел и полетел. Что, блядь? Как скажете? Я тоже, блядь. Да это, как оттуда. Оп! Вспышку где-то увидела, это приземлилась туда. Что тогда? Что, у тебя только одна лента, да, больше нет? Да нихуя себе, смотри, сколько вокруг коробов стоит. Сейчас не обозначай, что если, блядь, у меня есть. Смотри, выстрел и туда, блядь. Чего, блядь, сзади где-то, блядь? Да сзади вот. Лето эхуй. Уже по третьему посту папка есть. Ну, так вот это же... Мы что же вроде бы на их руки еще. Пройдись по зеленке так на себя. Пройдешь. Ну, я сейчас туда полетим.